На концерте ансамбля «Скрипачей» со случаем они согласятся со мной, что музыка играет в кино огромную роль. Ведь именно благодаря музыке мы можем лучше понять персонажей, прикоснуться к их мыслям, их чувствам, их эмоциям. Наш концерт открывает песня американского композитора Джерома Керн «Ты». Думаю, многие слышали эту песню и знают ее, и любят. Но немногие знают, что написано для киномюзикла Роберта. Джером Керн. Дым. Thank you.
монологе. Камиль Сен-Санс «Пляска смерти».
вспоминаем разные фильмы, персонажей и ту музыку, которая звучала в этих фильмах. Поэтому сейчас я предлагаю вам вспомнить одну из самых захватывающих музыкальных сказок. Она называется «Волшебник страны Оз». Правда, русским зрителям и слушателям она известна несколько в другом варианте, то есть «Волшебник изумрудного города», но это, по сути дела, не меняет. И ее героев мы любим и помним с самого детства. Песня «Баллада», которая прозвучит сейчас, была написана специально для мюзикла «Волшебник страны Оз». Она называется «Над радугой». И она оказалась настолько удачной, что стала оскароносной. Ее исполнила американская певица Джуди Гарленд, и песня стала ее визитной карточкой. А сейчас вы услышите инструментальную версию этой песни. Гарольд Арлен «Над радугой». Thank you.
жизни. Но не только это привлекало зрителей в этих фильмах. Там еще звучала музыка, такая же простая и понятная, как и сюжеты, и герои фильма. Вспомнить хотя бы такие фильмы, как «Веселые ребята», «Карнавальная ночь», «Сердца четырех», «Волга, Волга». То есть эти фильмы можно пересматривать бесконечно, потому что они вместе с той музыкой, которая в них звучит, дает нам радость и надежду на лучшее. Одним из таких фильмов был фильм «Музыкальная история». По сюжету герой фильма – водитель такси. И благодаря своему таланту, упорству, настойчивости он добивается своей цели и становится настоящим оперным певцом. Главную роль в этом фильме сыграл знаменитый в то время тенор Сергей Лемешев. Здорово так сыграл. В этом фильме звучала ария знаменитого русского композитора из оперы «Майская ночь». Это песня «Левко». Она была использована в кинофильме «Музыкальная история». И поэтому для вас сейчас ее исполнит Дмитрий Ганин. Thank you.
музыка была на высоте. Для кинофильмов писали лучшие композиторы своего времени. Одним из таких мастеров стал Дмитрий Шостакович. Он написал музыку к кинофильму «Овод». Музыка оказалась настолько удачной, что вскоре стала сюитой и вошла в репертуар симфонических оркестров. Сейчас вы услышите один из номеров этой сюиты. Дмитрий Шостакович. Романс из кинофильма «Овод». Thank you.
А сейчас я хочу представить вам еще одну оскароносную песню, которая называется «Утро карнавала». Она была написана к фильму с очень интригующим названием. Этот фильм называется «Черный Орфей». Действие фильма происходит в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. А это уже само по себе о многом говорит. Эта песня стала одной из первых композиций джазового стиля босса-нова. Луис Банфа. «Утро карнавала» из кинофильма «Черный Орфей».
видел фильм «Пляжная птичка» или хотя бы слышал о нем? Поднимите руку. Никто? Вот и я про этот фильм впервые услышала, когда мы готовили эту программу. Фильм давно забыт, но песня из него до сих пор очень популярна во всем мире. «Тень твоей улыбки». Композитор Джон Мендель. Для вас поет солистка Государственной филармонии Кузбасса Наталья Тараненко. Вечная любовь, верный ты мне.
помним советскую киносказку «Чародей». Как и многие фильмы того периода, его можно пересматривать бесконечно. И во многом благодаря музыке, которая звучит в этом фильме. Евгений Крылатов. Песня «Загадка женщины». Исполняет Наталья Тараненко. Thank you.
гармонии Кузбасса Дмитрий Галин и Ольга Музыкова. Thank you.
будущее произведение, я думаю, не нуждается в моих комментариях. Скажу только одно. Эта музыка была написана к фильму, который снят по мотивам повести Чехова. И звучит эта музыка в самый драматический момент фильма. Евгений Дога. Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Thank you.
Нью-Йорке. И сейчас она звучит для вас.
для вас пьесу Григоража Денику «Мартовский хоровод». Thank you.